И всем привет! С вами Низирамос, и мы продолжаем играть в Minecraft Advent of Divine Aether. Так. Прочитал я один из ваших комментариев по поводу моей одной из серий. Какой-то там третий, кажется. Да, кстати, сразу скажу. Ну как сразу? Уже, по-моему, где-то серия 15 примерно, плюс-минус несколько. И только сейчас я говорю, что первые вот эти серии, там штук 10 буквально, были записаны в один день, поэтому, естественно, никаких комментариев до этого я просто физически прочитать не мог. Потому что серия в день выходит. Возможно, если уж совсем много Майнкрафта будет, я начну выкладывать его по 2 серии в день. Но пока что по 1 серии в день, и я считаю, что так нормально будет. Так, мы сейчас отправимся, согласно тому совету, который я получил, в пустыню. С целью как можно безопаснее себе там сделать этот, как его. Так, верстак надо взять. Что-то я бред несу. В общем, я имею я хотел сказать, что пойду попробую пофармить големов. Мне подсказали, что нужно песчаных големов фармить. Там с них какой-то предмет выпадает, который поможет мне в будущем, я чувствую, конечно, в далеком будущем, все же скрафтить босса. А на пустыне у нас тут рядом совсем. И надо посмотреть, надо хотя бы разобраться, големы как спаунятся. Просто, ну, постоянно, можно сказать. Или есть какие-то ограничения на данную процедуру. Ничего особо ценного я с собой специально не брал. Даже свой Bow Adventure. Так, этих, по-моему, можно бить. Эх ты, разбилось все-таки. Зараза. Вот зараза. Ой, скелет. Закончились. А кто у нас там? Ты... А, ты бесполезный монстр. Спинкс, с которой я так ни разу ничего и не получил, по-моему. Вот там какое-то дерево. Так, это песчаная хренотень. Песчаная хренотень — это не то, что я хочу. Две песчаных хренотени, тем более. Опа! А вот это уже ни хрена себе заявочка. Песчаная хренотень напала. Гарпии, да? Это уже из Гриморов Гая. Посмотрим, что у нас с гарпией выпадает. В принципе, так, я, по идее, должен их забить. Пока они об воду упарываются. Так, перо. С гарпии перья выпадают, понятно. А вот там была еще какая-то крутая гарпия, синенькая такая. Она какая-то особенная. Чё делаешь? Больная, что ли? Это что такое? Кокатрисы? Кокатрисы меня отравили. Охренеть. Ага. Так, наступает ночь. Хм, зато яйцо получил. Это что такое? А, меховой лев какой-то. Так, Фурлеон, ты из этого... Advent of Ascensions? Да. Его можно жарить. Замечательно. Я бы даже сказал, прекрасно. О, а вот, кажется, голема. Если я ничего не путать. И имею хоть немного логичной логики. Вы должны быть големы. Да, песчаный голем. Иммунитет к стрелам имеет.
Так, хорошо, я даже хлеб догадался взять. Я как-то не подумал про еду, но догадался его взять. Так, вот големов мало, конечно, но, по крайней мере, они спаунятся ночью. И, судя по всему. Гар, упадай. Скелет нам не нужен. Гад такой, хотя кости на самом деле полезны, пригодятся. О! Пустынный кроулер, из которого выпала куча песчаника. Кстати, реально куча. Так, это мне не нужный моб. Пока что. По крайней мере, пока мне на него ничего не сказали. Там типа ничего нет. О! Еще какая-то монстрина из гриморов Гая. Так. Не знаю, может на хард поставить? Может у мобов побольше станет? Так, Анубис. Ой, ё. Или не стоит. Была ли хорошая идея? Ничего себе, она слепоту навесила на меня, эта штуковина. Где ты? Она там ползет. Ага, вот ты где. Давай, скелет. Пали по ней. Давай, скелет, мы ее ушатаем. Ах ты гад. На 20 секунд примерно вешает. Так, ты где? Ничего себе. Вы охренели там? Всей толпой. Так, они подходят, подходят, подходят. Из этой штуки выпал кусочек золота. А, големы? Скелет, извините, мне на вас как-то параллельно. Меня големы интересуют. Я сюда пришел за големами. А не за кем бы то ни был. Еще. Так. Так, мужик, ты меня тоже не интересуешь. И ты, дамочка, меня тоже не интересуешь. Куда лезешь? А это ты, зараза, скелетов спаунишь? Я-то думаю, откуда здесь столько скелетов? Охренеть. Так. Заканчиваемся. Ой. Этот мужик меня вообще не радует. Так, ну ладно, выкинул. Мне нужно немножко соединиться. О! Ну да, это ошметок золота. Мы из него можем золото сделать. Какой-то песчаный воин. Сейчас получит по лицу. Из него выпала красная шерсть. Очень нужно, скажу вам по секрету, товарищ игра. Прям очень нужно. Хотя на самом деле чуть-чуть пораньше мне бы действительно это пригодилось. Перед тем, как я пошел в шахту накапывать ниток мечом, чтобы сделать вторую кровать. Да и первую, собственно, тоже, по-моему. Так, еда. Еда становится проблемой. А вы как сжете? Или ничего, что там? Получаете урон.
Ничего себе его. Ушатал просто. Опаньки. Опаньки, говорю. Так, на самом деле ничего сложного тут нет. Я так вижу. Поэтому здесь ничего такого прям смертельно опасного, я бы даже сказал, нет. Так что, может быть, на следующую охоту сюда отправиться уже со своим оружием. Потому что оно все-таки помогло бы. О, голем. Но в него, видимо, нельзя... Вот этот первый значок, я так полагаю, означает, что в него нельзя огнестрелом стрелять. То есть у него, по сути, иммунитет к дальним физическим атакам. Тут вроде как еще магия какая-то есть. Но вот магия, к счастью, он вроде как не иммунитетит. Ну да, не особо хорошо восстанавливает. Ну, нормально, сойдет. Из гнилой плоти я ничего полезного сделать не могу. С таким количеством рецептов и их качеством я бы даже сказал, что я вообще ничего из гнилой плоти сделать не могу. Потому что книжка из Гримеров Гая, я вообще не знаю, как ее получить и на что она нужна. А тыква зомби и... Зачем? Козел, что ли? Чего он меня ударил? Ушатал просто. Козлятинки, кусочек. Так, голема нет. Голема нет. И голема нет. Где мой голема нет? Хм, забавно, дерево так чисто на берегу заспаунилось. Мне казалось, там уже оно заспаунилось из-за того, что другой биом начинается, но нет. Какой другой биом там даже не думал начинаться. Так, эти курицы мне не нужны. А вот големчики... Вот надо чуть побегать, посмотреть, големы... Ну, здрасте. Днем спаунится или нет? То, что они не горят, в принципе, это логичная вещь. С чего бы големам гореть днем? Они же не зомби какие-то. Оп, 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 оп. Нет, голем. Ой. Ой-ой-ой. Да, ага. Сфинксы. Сфинксы иммунны к физической атаке ближнего боя. Ну, как атрисы, как атрисы. Воплощайте, развоплощайте, как атрисы куски. О, жесть. Так, вот твой иммунитет к зельям, к пушкам и к огню. Ну иди сюда, женец. Не надо мне на меня жуткие звуки пускать. Я не люблю, когда на меня жуткие звуки пускают. Знаете ли. Я думаю, мало кто любит, когда на него жуткие звуки пускают. Ни хрена себе я его выкинул. Чё-то я вот так выкинул. Ага, непрогруженный чанг прошел. Пойдемте заглянем, что там. Далековато, правда, но... Чего уж там. А, нет, смотрите, как голема днём спавнится тоже. Это, в принципе... И стоило ожидать, потому что один раз я встречал големов, когда они меня, я вот не помню, они меня ушатали, когда я в деревне нашел. Или нет? Но я их точно помню, что встречал. Значит, надо просто бегать по пустыне и фармить големов. И даже не обязательно ночью. О, смотрите-ка, там храм в этой
пустыне есть. Надо в него заглянуть. А для этого придется перезаходить в игру, скорее всего. Что там, по-моему, полоса непрогрузки сплошная. Ну, либо обходить эту полосу непрогрузки. Ой, ё-моё. Бешеный кактус. Чё, слишком сильное отталкивание меня. Ё-моё. И, кстати, есть дивайн РПГМ мобы. Свались отсюда. Столкать меня на этих бешеных кактусах. Так. Ну, сейчас тоже улетит на полкилометра. Но нет. Этот более умный оказался. Так, а эти кактусы надо бы побить. Только побить надо не просто так, а дистанционно желательно. Опа. Что такое? Ягоды, дающие скорость на 20 секунд. Ну да, бывает такое. И в непрогруженных чанах ничего интересного. Ну да, ничего. Ты охренеть. Охренеть, какие наглые. А, по 3 удара, кстати, надо. Что думал, по 2. Кушаем, кушаем, кушаем. Мяса мы набрали достаточно. Надо воспользоваться. В лепешку. Видите? В лепешкинг. Бах. Смотрите-ка. Не прокнул вот этот дебаф. Последний раз. Так, давайте чуть-чуть постоим, поглядываемся по сторонам. А, все уже. Ну, а тогда просто идем и... как есть. Ну, с регенерацией здоровья немножко надо все-таки. Так, не хочу сейчас перезаходить, просто обойдем, пока это дело. Временно заколдованные чанки. Ой-ой-ой, ты чё охренел? Ты охренел тебя? Ра! Чё за хренотень? Так, пришлось перезайти. Ё-моё, там ещё сфинкс на меня напал. Это вот... Ох, как не вовремя, я бы сказал. Оп-оп-оп. О! Он ещё и сам доел. Ещё один кусок мяса. Так, я отступаю. Потому что сдохнуть явно не хочется. А-та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 . Так, по карте мобов нет. И... давайте вот так вот спустимся. Чтобы падать и получать урон, это явно не то, чего... чего стоит добиваться. Ага. Так, ну кости и золото берем. Золото, железо берем. Железо, алмазы берем. И кости. Железо, золото, кости берем. Бомбы будем брать сейчас. Пригодятся. Что, кстати, я из бомб могу сделать? Генератор могу сделать. А, собственно, практически ничего из бомб я сделать и не могу. Так, я человек жадный. Я заберу все. Даже сундуки. Ну, кроме одного. Один оставлю.
со всяким хламом, который здесь я нашел. Оп. Поднимаемся, и мы ни хрена не готовы к бою. Эх, жаль, храм в пустыне толком никуда не нужен. Все-таки был в нем что-нибудь такое, для чего он был бы нужен. Не просто забрать из него сокровища, а именно на будущую перспективу, то есть какая... ну, либо спаунер какой-нибудь в нем, чтобы был, ты как адрес бесполезный. Охренеть. Не, давайте, знаете, вернемся к чертям на свою базу. Кстати говоря, вот этот вот храм в пустыне... Опа, здорово. Здорово, дамочка. Давно не виделись. А вот этот храм давайте используем как небольшой такой свой форпост. Надо его будет потом немножечко отремонтировать под себя. Просто я планирую в каждом биоме сделать себе форпост небольшой. Скорее всего, конечно, я не буду так очень активно использовать данный конкретный форпост, потому что все-таки это место находится довольно далеко от моего места обитания. Смотрите, кстати, даже кусок этого изумруда выпал с какого-то монстра. Красота! Ну, в общем, тогда пойдем с вами... домой, собственно, на нашу базу. Главное, спрут, а не впендюрится. Я забыл вторую лодку на всякий случай скрафтить. Надо было, на самом деле, серьезно. И главное, зачем мы идем, это, во-первых, еда. Еда — это моя главная проблема сейчас. Мне нужно ферму удлинять до офигеть каких масштабов. А вторая проблема — это... я хочу взять свой якорь. Этот бог Эденчер. Заодно можно будет... сделать еще и кровать спасную, но для... я буду еще, ну, как я говорил, я в каждом биоме сделаю себе форпост, в котором я, по крайней мере, буду фармить что-то. Мне тут динозавр что-то не сожрал. Офигеть. Офигеть, была бы неприятность. Ой. Да, сейчас я явно не в состоянии здесь сражаться ни с кем. Так, это динозавр. Обходим, обходим. Ой, прям подо мной там, по-моему, где динозавр промелькнул. Ну вот и моя акула. Мимо меня акула. Я сейчас не в настроении сражаться с тобой. О, овца. Смотрите, еще одна овца. Откуда они там появляются? Эта игра ломает мое мировоззрение. Потому что, насколько я знаю, мобы не могут в этих, ну, в новых версиях, знаете, дружелюбные всякие овцы, коровы и прочие, спавнятся рандомно на траве. Потому что... Так, сразу... Вовремя просто пришел. Вот. Если, конечно, они могут это делать, то я вообще в шоке. Потому что это реально ломает все мое мировоззрение. Сейчас сразу все вырастим. По крайней мере, на что хватит костей. О, там какие-то мобы сейчас будут появляться. Жнецы, по-моему, вот эти. Но в любом случае, если вдруг я действительно ошибаюсь, и мобы эти всякие коровы, овцы и прочее может спавниться на новых версиях, вы мне обязательно подскажите, чтобы я хоть знал об этом. Потому что я всегда был почти полностью уверен, что это просто... Ты охренел, что ли?
Так, Карл, ты туда идешь? Что за тупорылое животное? Как так-то вообще? Корова, хватит заниматься этой ерундой. Ванда, ты идешь вниз. Надо тебя, значит, запереть. Охренело совсем животное. Что-то эти нестабильно работают. Как их зовут? Поводки? Куда пошла ты, тупая животная? Иди в лес отсюда, тупая хрень. Бесишь уже. Пока стой тут, зараза такая. Ху, бесит. Еще эта хрень. Они определенно меня уже бесят. Подлое существо. Так, иди сюда. Сюда, животное. Да куда ты прешь? Вот иди вниз, 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 зараза. Вот сюда. Все, ты теперь здесь живешь. Сюда. Охренеть. Не думал, что меня так будут животные бесить. Как так-то вообще? Как так можно? Так, все, они отсюда не выйдут нафиг. Идите лесом. Потому что я, кстати, фермовец, ну как ферма. Ну, в общем, хренотень для спавна овец я уже могу сделать. А вот этих я еще пока что не могу. И давайте посмотрим, что выпадет из сундучка. Выпала золотая... Ой, золотая, железная броня для лошади. Понятно, это идет в вот в этот сундук с всякой бесполезной хренотенью. Ну или не только бесполезный. Ну в данном случае конкретный данный предмет был из разряда бесполезных хренотеней из ванильного Майнкрафта. Так, этот шарт обязательно идет сюда. Золото, железо и прочие прелести всемирного существования идут туда. Так, обязательно надо эти динамиты выложить, а то как-то бег с динамитами это не самая интересная вещь. Так, сахар это из растений получается, поэтому сюда. Все вот это хранить сюда. Монетки сюда. Кактус сюда. Песчаники сюда. Песок сюда. Знаете, давайте на этом и закончим. За кадром я сделаю себе, что мне необходимо. А если конкретнее, то этот, как его зовут? Ну, нафармлю себе еды. Пособираю, скрафчу и прочее. Но сейчас я благодарю всех за внимание. Обязательно оставляйте свои комментарии. В следующей серии мы продолжим наш забег в пустыню. И до новых встреч в следующих видео. Обязательно жду ваших комментариев. Они мне очень нужны. Серьезно говорю. Потому что я сам в этих модах чувствую не то чтобы сильно разберусь. До новых встреч.